Всем привет! С вами Сергей, эксперт компании KnowHow. Сегодня мы познакомим вас с нашим российским ответом Samsung и Apple. Российский бренд HiScreen не так давно представил нам свой новый телефон Bay. И знаете что? Это действительно достойный современный телефон и, что немаловажно, по доступной цене. Устройство продается в трех расцветках – белый, золотой и синий. Корпус собран из пластиковых и металлических элементов. Задняя крышка глянцевая. По всей ее поверхности виднеется приятная прорисованная текстура. Внутри вы найдете слот для microSD-флешки, а также два слота для SIM-карт. Оба поддерживают супербыстрый мобильный интернет через LTE. Один номер вы можете использовать для звонков, а другой для серфинга в интернете. Производители установили здесь довольно большой съемный аккумулятор объемом 3150 мАч. При активном использовании гаджет проработал у меня около суток. Диагональ экрана 5,5 дюйма. Справа на корпусе находится кнопка питания и регулировка громкости. Сверху мини-джек для наушников. А снизу для зарядки передачи данных расположен разъем Type-C. Это совсем новый вид USB разъемов. Оставлять кабель у него можно в любом удобном для вас положении. Яркий AMOLED-экран с HD-разрешением способен отображать мельчайшие детали, а также имеет повышенный угол обзора. Комфортную загрузку приложений обеспечивает 4-ядерный процессор MediaTek с тактовой частотой 1,3 ГГц и оперативная память на 2 ГБ. Для хранения данных предусмотрено 16 ГБ общей памяти. При желании их можно дополнить microSD-флешкой. Для любителей селфи HiScreen предусмотрели 5-мегапиксельную камеру на лицевой стороне телефона. А для общих фото устройство обладает 13-мегапиксельной камерой с функцией автофокусировки, которая срабатывает всего за 0,1 секунды. Тест на производительность в AnTuTu набрал 36 569 очков. Довольно крепкий, уверенный показатель. Кто-то уже заметил, что устройство работает на Android. При первом включении вас встретит яркий дизайн и множество уже установленных приложений. Комплект первой необходимости – карты, компас, калькулятор. Есть несколько сервисов от Google, например, Google Диск. Он позволяет сохранить все ваши данные на внешнем облаке. Производители совсем не поскупились на комплектующие. В коробке вместе с телефоном вы найдете кабель Type-C, сетевой адаптер, переходник, наушники и даже чехол. Жаль, что защитного стекла там нет, а для полного боекомплекта стоит докупить автомобильный держатель. Bay – это превосходное устройство для своей категории. Он идеально подойдет для тех, кто любит серфить в интернете или смотреть фильмы со смартфона. Более подробно об этом девайсе вы узнаете по ссылке снизу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Пока!